Всем привет от канала ЭП. В предыдущем ролике вы видели вот этот плакатик, там намекал. И думаю, достаточно интересно посмотреть содержимое этого плаката. Вникнуть, самостоятельно прочитать, при желании приобрести этот плакат, у кого есть возможность. Я думаю, очень наглядно и пригодится. Посмотреть, кстати, некоторые и на плакате, я считаю, ошибки, которые не должны были присутствовать. Смотрите, вот банкноты, принимаемые во всех платежах. Здесь вот речь идет о 70% первоначальной стоимости, первоначальной площади. И посмотрите, какую купюру они здесь показывают, с какими номерами. Хотя здесь это относится к виду красочных и масляных пятен, но тем не менее наши телезрители, я думаю, заметили, да? Странные номера, где все нули, и которые относятся, обратите внимание, к неплатежным банкнотам, потому что это, правильно, образец. То есть, видите, даже при составлении плаката нужно иметь острый взгляд и какие-то знания определенные, благодаря которым такие, я считаю, допуски в данном случае, ну, непозволительны. И другую купюру. Смотрите, если за номером 3 это потертости надписи, утраченные углы, они, банкноты, принимаются, по крайней мере, должны приниматься как платежи, но именно вот эта банкнота, если вам попадется именно с таким номером, то она, естественно, будет относиться к разряду неплатежных. Потому что вот они, вы видите, да? Вот это все банкноты в данном ряду неплатежные, которые вот содержат слово образец, естественно, у которых вот эти вот номера, то есть в данном случае они совершенно здесь правильно их указывают. Это не платежные купюры. Ну, вот это просто то, что бросилось в глаза. То есть составители, и опять же, вот еще одна банкнота, которая здесь не должна была быть показана. Обыкновенная, а так очень интересный плакат, познавательный. Вот банкноты, которые обмениваются в банках, они даже могут содержать чуть это более 50%, то есть 51%, и уже банк должен будет принять. Причем вот, что интересно, из двух половинок, каждая, которая должна быть более 51%, есть разные обгорелые банкноты принимаются. То есть достаточно интересно поизучать. Более 50. И посмотрите надпись нашу любимую. Бракованные, то есть обмениваются банками. Хотя, по-моему, где-то там в статье мы говорили, что там другая была информация, по памяти чисто, изменившая окраску и так далее, и так далее. То, что касается монет, тоже достаточно интересная информация идет, которая обменивается, изменивший свой первоначальный цвет, вот который мы говорили, окислы. Вот видите, здесь попадает вот, который пытается, как раз многие пишут, ртутью намазали, то есть он, это не относится к бракам. Эту купюру, это, монеты можно поменять. И вот неплатежные, которые также были демонстрированы в некоторых роликах на нашем канале. Кстати, если они вам попадутся, вы можете предложить на WhatsApp, смотрите в шапке канала, Сергей Леонидович, он, я думаю, и даже такие неплатежные монеты с удовольствием купит у вас. Насчет порядка обмена тоже достаточно интересная информация. И был интересный случай, не знаю, Сергей Леонидович, думаю, заострит
как-то на этом внимание по поводу денежных знаков, которые не принимаются, о подделках, что с ними сделать, не совсем ясная ситуация, так скажем, мягко говоря. Так что будем внимательны, изучаем вместе с каналом ИП. Всем пока!